Буги-вуги в Ярославле набирает обороты. К участникам апрельского флешмоба с танцами на улице Кирова присоединились люди постарше. Участники клуба «Долголетие» при областном союзе пенсионеров намерены последовать примеру юных. Об очередном этапе весенней танцевальной лихорадки Зоя Рыжкова. Отправляет свою девушку к следующему партнеру. Даже если другой партнер на самом деле партнерша, танцоры все равно меняются. Мужчин в клубе «Долголетие» действительно не хватает. Но танцуют здесь в первую очередь для здоровья и разучивают одну кадриль за другой. Как в этом малиннике. И дерутся, кто хочет выбирать, кто хочет находит сам себе по душе. Он сам выбирает, потому что 9 девочек, то есть вернее 9 парней, а 10 девушек, так что тут... Как карта ляжет. Улыбайтесь. Господа, улыбайтесь, как говорил Янковский. Улыбайтесь, господа. Сегодня кадриль – это только разминка. В планах – выучить движение буги-вуги, а затем выйти на улицу вместе с молодежью и показать танец всему Ярославлю. Расслабляем ножки. Пружиночка такая. И пошли. Движения простые. Включаем свои улыбки, глаза, лица, все что угодно делаем. И приготовили левую ножку. И раз, два, три. На занятия танцами ходит около 30 человек. На встречи с врачами и прогулки по городу больше. Организует пенсионеров Валентина Быкова, чемпионка Советского Союза по многоборью ГТО. Она руководит сразу двумя объединениями – «Долголетием» и клубом любителей бега. В ближайшее время планирует посетить родину Валентины Терешковой. Бегом, да. Но мы бегом-то от Мордвинова до Никольска. Для нас немного, 3 километра. А вообще у нас очень многие бегают. Это клуб любителей бега. Вот посмотреть интересно. Вот сейчас покружился, и у меня голова закружилась. Поэтому не стал. Сел, сижу. Рано или поздно голова перестанет кружиться. И Валерий Николаевич снова закружит кого-нибудь в танце. Он, как и все, кто здесь находится, уверен, что движение – это жизнь. В этом году клуб «Долголетие» взял на себя обязательство преодолеть марафонскую дистанцию. 42 километра каждый из его участников должен пройти, пробежать или проплыть. Кто как может. Зоя Рыжкова, Михаил Орлов, городской телеканал.